Сегодня мы хотим поздравить девушек на улицах с 8 марта, подарить им цветы, а также посвятить им стихи. Посмотрим на их реакцию. Девушка, добрый день. Одну минуту. Я хочу поздравить вас с 8 марта и подарить вам цветы. Спасибо. У нас сегодня вот такая вот погода случилась. Скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь посвящали стихи? Посвящали, было дело. Расскажите, когда это было? В школе мальчик стихи писал. Вам понравилось? Конечно, очень приятно. Вы позволите мне буквально коротко посвятить вам стихи в честь этого прекрасного праздника и в честь вашего дня? Конечно. Пойдемте со мной. Посмотрим, как отреагирует еще одна девушка. Девушка, добрый день. Можно минуточку вашего внимания? Я хочу поздравить вас с 8 марта. Это вам. Мне? Это вам. Спасибо. У нас движение «Питер читает». Скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь в жизни посвящали стихи? Ну, было дело. Скажите, когда это было дело? О, это было в школе очень давно. Вам понравилось? Да. Скажите, мало. Позволите ли вы мне коротко, буквально, вас тоже поздравить с 8 марта стихами? Ну, давайте. Спасибо вам большое. Пойдемте вместе со мной. Ну, пока вроде реагирует очень хорошо. Посмотрим, как будет дальше. Пойдемте. Девушка, добрый день. Буквально минуту вашего внимания. Я бы хотел поздравить вас с 8 марта. Это вам. Добрый день. Спасибо. Неожиданно. Еще буквально минуту. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Светлана. Светлана, скажите, вам когда-нибудь дарили вот не цветы, а стихи? Дарили. А когда это было? Ну вот в юности дарили. И как, вам понравилось? Конечно, когда тебе посвящают стихи, пишут для тебя, это очень приятно. Слан, мы движение «Питер читает». Я бы хотел сегодня вам в ваш праздник посвятить стихи. Позволите мне это сделать? Конечно, очень приятно. Тогда буквально пару минут пройдемте вместе со мной. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом. Как случайно встретился с тобою, улыбнусь спокойно, разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой. Учив Рис, мужа Ан, рассказал ей, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, так как Вера спешно уехала к себе на юг. А бедный Густав Иванович предавался унынию и щуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно. И его худое, гладкое, обтянутое блестящей кожей лицо, ожавшее смехи прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества. Всегда старался и подумала про себя. Вот это нехорошо. Как мне раньше не пришло в голову посчитать. Вася виноват.